Что тебя тут держит, отец? Где? В Детройте. Сынок, львы не уходят из Серенгети. Я чувствую, у нас будет хороший год. Хуже отца, чем ты, свет не видел! Я не дам тебе гробить жизнь, Дон. Никакой наркоты в доме. Папа! Все нормально. Нет, не нормально. Смотри, вы с мамой в порядке. Ненавижу! И у Дон все в порядке. Ты позволяешь ей так держать? Папа, ладно, иди в дом. Не лезь, это их дело. Надень что-нибудь, а? Людей постыдись. Вы, ребята, наверное, знаете, кто мой отец? Знаем мы этого нищего. Как говоришь, тебя зовут? Рик. Ясно. Белый Рик. Ну, хватило ж тебе борзости к нам явиться. Заглядывай как-нибудь в клуб, только не в таком виде. А то как будто дисконт ограбил. Ты в порядке, Рик. Хочешь реально торговать? Обращайся. Найдет отец, мало не покажется. А ты сделай так, чтобы не нашел. Ты раздели на дозняки, найди себе дилеров и толкай через них. Глядишь, скоро человеком станешь. Это Рики! Он белый! Ты смотри, увязнешь, потом хрен соскочишь. Стуканешь, я узнаю. Три кило 700 граммов. Ты весил 3700, когда родился. Когда я в первый раз увидел твои глаза, я понял, ты пойдешь далеко. Ты добьешься в жизни больше, чем я. Смотри, отец! Смотри, как мы живем! Надо играть по-крупному! Я знаю нужных людей! Я знаю тему! Пап, ну давай! У нас получится! Вот увидишь! Наладим жизнь! Будем опять одной семьей! Ну что скажешь? Вы бы поверили, что 15-летний мальчишка работал на федеральное правительство. Но работал же. Белый парень Рик. О, черт! Э! Чего? У вас тоже есть?